Привет, с вами Кулхиор Айхигаши, и мы продолжаем прохождение Ксеногерса, хотя многие, наверное, уже могли подумать, что как бы на игру мы подзабили. Нет, конечно же, это не так. Вот просто серии выходят чуть реже, чем обычно. Из-за других проектов, которые менее длинные. То есть, ну, Ксеногерс постепенно в такой мыльный сериал перерастает. Но надеюсь, что все-таки мы его пройдем когда-нибудь. Вот, ну и как минимум раз в неделю у нас серии будут выходить в любом случае. Сигур, давай направимся к Темзе. Запускать Игрозил. Конечно, Сигур, давай отправимся к Темзе. Вперед, дружная команда! Да где этот Темза, ёперный бабай? Может, вы как-нибудь сами, а к Темзе-то, а? Не? Да ладно, нас нападают. Вау, это чудище. Ну получи чудище. Порыву. 120 всего лишь. Ноль. Ноль. Да ладно. А вот сейчас будет удар на 268. 312. Я ошибся, малость. Кенсуй. 400, ну так себе. Дабл импак. 68. Дабл шнап. 411. Сильное существо, жирное, сильно бьет. Ноль. Ноль. 121. Он почти на последнем издыхании, но он еще раз ударит. И ударит больно. Ноль. 64, но это не урон. 125 минус. 5500 опыта. И выучил наш доктор Рёкушхо. Один клык взяли с этого существа. Очень полезный лут. Надеюсь, мы правильно плывем. К Темзе же, правильно? Давай этих пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи, дика. По крайней мере, они очень похожи на них. А мы вернулись в Темзи, и что? На мостик. Абсолютно ничего не изменилось, что ли? Немного странно, честно говоря. Ох, Цитан, ты пришел, потому что ты волновался? Да, можно сказать и так, но ты выглядишь лучше, чем я думал. Конечно. Мы же люди моря! Вот что я хотел бы сказать, но, по правде говоря, ситуация была гораздо хуже. У нас есть тяжело раненые и погибшие, но если сравнить с тем, что произошло на других кораблях, то нам нельзя жаловаться в нашем положении. И, кстати, Цитан... Что там с этим аквариумом? Он появился из ниоткуда и надрал нам задницы и оставил позади себя этого Уэлса. А потом он отправился в сторону какого-то непонятного места раскопа, где вроде бы как ничего и нет. Странно и то, что нас посылают на место более обширных и глубоких раскопок. Так я и думал. Народ говорит, что видел большого работоподобного монстра. Он вроде бы как направлял этот аквариум к месту раскопок, так мне по крайней мере сказали. Стоун.
Там точно что-то происходит. Называют ли это интуицией спасателя, но я не хочу приближаться к этому месту. Эцетан, это аквариум, а что, твой враг? Можно сказать и так. Что ж, я не буду просить о месте, но я не могу просто так сидеть и ничего не делать. Если ты против него, то мы тебе поможем. Ты можешь расспросить Ганса про место раскопок? Кого? А, Вэлл сделал с какого Ганса? Ганс. А, вот он, Ганс. Аквариум направляется на юг, северный край острова, но почему? Там нет ничего, кроме маленькой шахты. На юг. Я спросил Ганса, что на юг, да. Северный край острова. Ну ладно, видимо, нам нужно плыть на юг. Как я понимаю, да? В доке, наверное. Палуба, доки, доки. Оки-доки. Давайте сохранимся на всякий случай. Вдруг нам сейчас предстоит какое-нибудь серьезное сражение. Я могу пойти в любое время. Давай направимся к месту раскопок. Мы сейчас стоим на якоре в Темзе. Покинуть Темзу, да, покинуть. На юге, на севере острова. На юг. Не знаю, где это искать нам. Ах, сволочь, опять это появилось на пути. Да, появляются механоиды, они не так страшны, они очень слабо бьют и очень быстро помирают. Когда появляются же вот такие вот валсы или как их там, они сильно бьют и не очень слабо помирают быстро. Хард смэш. Карт снайп 570. Давай, до свидания, гуляй. 5500 опыта еще, 42 уровень. Смотрите, левел ап и рейшо. Рейшо выучено. Наш доктор, еще один клык. Ну разве что вот единственное место, где я могу представить что-то, да? Нет, это приют. На юге, на месте с маленького острова. Где я должен это искать? Скажите мне, пожалуйста. Так, ради интереса.
Пока до чудо-юдо будет меня бить. Промах. Я просто не представлял, где это место находится пока что. Абсолютно. Мы получаем еще 5500 опыта. Это, конечно, классно. Еще один клык, но... Где находится это место, я абсолютно не понимаю. На юге, но это север. Вот там лучше, что ли, не знаю, на тех островах маленьких. Обычно место раскопок, ну, как-то помещаться должно. Видимо, это не тот случай, на меня нападает очередная химера. Круто. Подвеси бить. 500, правда, в ответочку. И еще 300. Ух ты. Рифончик-то более уязвим к атакам. Ну, там комбо по 1000 нам будут вносить, да. Ну и жизни у него получается поболее, чем у того существа, кто у нас, да, на нас до этого напало. Победа и 4000 опыта. Ни золота, ни даже клыков. Собственно говоря, я не очень понимаю, куда мне надо. Извините. Надо, чтобы к тем островам маленьким. На юге, на северной части маленького острова. Или рядом с ними, рядом с Темзой. Не знаю. Ноль. 500. Минус. Четыре 92. Выжил. Значит, 500 хп у них. Брейкер в ответ. Снижение защиты, кажется. 290 минус. Победа. 600 золотых дали. Честно говоря, вообще не представляю, где это находится. Вот вообще не представляю. На этих айсбергах или вот на том острове. Не понимаю. Вот маленький островок, его север, не знаю, с той стороны. Может быть, вот выше чуть-чуть. Опять это гадина. Там не так много жизни, но сложно, ну, хорошая броня. Ноль. 127. Ноль. Ну, ответ на 300. Хард смеш. На самом деле не так много комбо, но наносит урона прям, чтобы супер было. Да, неплохо наносит урон, но не так, как хотелось бы. 5500 опыта зато. Качаемся. Эвла, Пелли. Скелес. Скал. Скал. Да, может быть, на этом зеленом острове это. Да, нет.
Нельзя пристать, да? Причались. Ну ладно. О, очередной грифон, привет. Мало опыта за тебя даю, друг. И бьешь ты больно. А так, в принципе, легкий враг. Понятно, почему мало опыта. Да, более-менее сильная атака, но... Совсем нет брони. Защиты, вернее. Комбо наносит по 1000 урона. И... Единственное, что спасает хп. Количество жизни, но... В принципе, за него тоже могли бы давать по 5000 опыта. Он дает по 4. Еще один клык. Теперь клык или коготь грифона, наверное, не клык, а коготь. Может быть, вот этот островок, который чуть выше. Ну, хоть нет, вряд ли. Все печально. Кто скажешь, что сказать? Ну, это что вот у нас? Это секретная этосов, эта штука. Или это место раскопок? Извините. Очередная грифушка. Очередные 400-600 урона от панамы и халявные 4000 опыта практически. Если бы еще топливо не тратилось, вообще было бы халява. Ой, я перепутал, не сделал комбо. Дурак. Из-за этого больше урона получу. Ошибка. Вот лишний удар, который абсолютно был не нужен. И левел ап, и фанк. Еще один коготь. Так что это за хренотень? Это же это секретная вроде. Лаборатория, не знаю, как она там называется, правильно? Нас что не пустят. Титан, что Солярис пытается сделать? Основная армия Соляриса, почему это все? Что, давайте спустимся. А что, мы правильно пришли все-таки, да? Или неправильно? Правильно. Видимо. Нехилый урон. Очень нехилый. Хорошо, что ваншот, конечно, но урон был очень неприятный. Что-то забыл комбо все. Ну, кроме Джинрея, но это не то. Будет посмотреть сейчас. 800 золотых нашли, отлично.
Давайте посмотрим комбо. Статус. Skills. Анга. Вех, вех, икс. Ага, Билли. Вех, 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 икс. И тут вех, вех, икс, икс. То есть Билли нужно три раза вверх нажать и X. Это будет у него лучшая комбо. Классно. Ну три раза вернее этот треугольник и крест. Что это? Ты заметил? Его робот пробуждается. Скоро он сам проснется. Его друзья направляются в The Boim. Он был запечатан 4000 лет. Ты лучше меня знаешь, что там. Скорее всего, он никому ничего не даст. Но нам это обоим нужно. Ты понимаешь, о чем я? Поэтому, пожалуйста. Не мешай, видимо. Красный лифт. Очень скоростной лифт. Не хочу пока сюда заходить. Я хочу проверить все комнаты. Уже можем это сделать? Или нет? Нет, не можем. Ясно. Хорошо. Это руины города? Я слышал о нем, но... Я знаю, я хорошо знаю его. Да, пещерный город, The Boim. Когда мы были погребены в обширном мавзолее. Элли, Элли, в чем дело? А, что? Я только что... Нет, нужно спешить вперед. Мы так и делаем, и спешим вперед. Вот. Ну что ж, большое всем спасибо. На этом серия заканчивается. С вами был Apical Hero Rai Higashi. Ждите новых серий. Всем пока-пока.